26 апреля во время боевых действий со стороны украинских военных завязался бой в аэропорту, в результате которого получил ранение бразилец Рафаэль, командир отделения иностранных добровольцев. Я и другой бразилец, мы наблюдали врагом. Ну, они выделили нас и начинали открыть огонь. Ну, открыли огонь, пули попадали здесь, не знаю, как это зовут. А потом они стреляли из АГС, это, ну, как автоматская пулемет для гранат. Получил они там на ноги, здесь на руке тоже. Ну, почти везде, но серьезно, были только ноги и рука. Рафаэль был доставлен в госпиталь, где проходил курс реабилитации. Сейчас бразилец чувствует себя хорошо и готов вернуться в строй. Я могу прямо сейчас. Ну, не знаю, почему не держи меня здесь еще долго. Я уже бегаю. Ну, что надо отдыхать еще чуть-чуть больше. Ну, все, я уже бегаю. Я уже, ну, мы не будем прямо на бой, потому что здесь новый человек в моем отделении, четыре новые, которые надо обучить еще. Тогда мы будем их обучить. Мы тоже будем учить, как работу, как команда вместе с русским другой человек там на Викинге. Этот должен быть более-менее месяц. Ребятам из отделения иностранных добровольцев предстоит работа по переходу из состава казаков в первую славянскую бригаду в батальон «Викинг». Мы будем работать вместе с отделением «Русич». Ну, так есть. Общность взглядов в основополагающих вопросах объединяют подразделения французских и бразильских добровольцев с бойцами диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Ребята будут тесно взаимосвязаны в работе друг с другом. Как получилось так, что возникла идея перейти к «Русичам», вот, вместе с ними сотрудничать? Ведь подразделения «Русичи» уже существуют давно, с прошлого лета, и вы здесь находитесь, ну, большую часть лета. Почему именно сейчас решили к ним перейти? Когда я получил ранение, поговорил с человеком здесь, мы договорились на это, и было очень приятно слушать человека, который есть той же самой религии, как я, потому что я уже надоел человеку, который говорил, а, ты язычник, и так далее. Ну, будем воевать с братом тогда. Славянами меня приглашал к себе? Да, они пригласили. Я был очень рад, когда они сказали. Я тоже почти хочу спросить, если можно, но они спросили первые. Оксана Волчонок, Виктор Каранадзе, телеканал «Новороссия», город Донецк.